сейчас пройдемся по зданию, посмотрим размещение знаков о запрете курения в местах общего пользования, в туалетных комнатах непосредственно, и переговорим с руководством по поводу того, имеются ли приказы, имеются ли ответственные за исполнение антитабачного закона. В законе сказано о том, что не менее 3 знаков на территории. У нас расположено сейчас 4, было больше, были на каждых воротах. Вы сами понимаете, что люди не всегда как бы достойно воспринимают наши законы, поэтому многие знаки были оторваны. Но сейчас 4 знака на территории. Если в законе написано, что вы можете курить у себя дома, в машине, то, пожалуйста, вот там и курите, если это ваш выбор. Я лично не курю, никогда не курила, коллектив у меня не курит тоже никто. Вот. Поэтому мы считаем, что все-таки место для курения в учреждении культуры не должно быть. Вот я так считаю.